Хочется настоящих мексиканских тако, но лететь в Мексику дорого? Лови рецепт. Нам понадобится лук, мясо любое, какое есть, перец и лепешки тако. Приступаем к нарезке. Берем мясо. Мясо должно быть очень-очень тонкое, вот такое вот, как у меня. И нарезаем мясо. Можно взять любое, у меня в данный момент свинина. И нарезаем вот такими вот полосочками, примерно в сантиметр. Дальше на разогретую сковороду мы выкладываем наше мясо. И дальше режем лук. Режем. Это лук режем произвольно, как вам нравится. И также укладываем его в мясо. Следом у нас идет перчик. Все, что нужно, это мы вытаскиваем из перца семена. И дальше нарезаем тоже, как вам удобно и как вам нравится. Овощей можете взять и больше. Дальше перец, соль, немножко сухого чеснока, и дальше все перемешиваем. И готовим примерно 15-20 минут. Дальше смотрим, чтобы вся влага у нас испарилась, и начинается самое приятное. Смазываем форму растительным маслом, и начинается самое интересное. Берем наши лепешечки и начиняем их начинкой одну за другой, и подпираем так вот, чтобы они не упали и не развалились. Так будет намного удобней. Складываем все, чтобы получилась вот такая вот красота. Дальше все посыпаем сыром. Сыр не жалейте. Чем больше, тем лучше. Получится как мексиканская кесадилья с мясом. И отправляем потом все это в духовку буквально на несколько минут, чтобы сыр расплавился и приобрел золотистую корочку. И все. Приятного аппетита!